Алло, чувак, здорово. Алло, да, здорово. Поступила информация от закрытого источника, что нужно вкладывать все бабки в вафли. Куда вкладывать? В вафли? Да, в вафли. Понял, вкладываюсь. Ну что, надо прокатиться на мотарде. Пойду сгоняю до Лео. Погодка сегодня такая достаточно прохладная, 13 градусов. Что, прогреваемся, поехали? Машин много. Куда все едут? Надоело. Надоели все куда-то ехать. Вообще опасные штуки. Пару раз видел, как взрываются у них колеса. Если рядом такое бомбанет, мало не покажется. А у меня взрывалось метров 100 от меня, и то я офигел, чуть не контузило.